Всем привет, с вами Макс Гюнтер, мы продолжаем играть в Безумного Макса. За кадром зачистили мы, ну я зачистил лагерь один. Вот этот вот, на самом деле я записывал, но что-то какой-то сбой произошел. Ну, как бы там не особо чего можно было увидеть. По сути, этот лагерь очень похож на первый лагерь. С нефтью, с нефтяными бочками, которые нужно было все уничтожить, чтобы насолить члему. Так, и у нас, может быть, давайте посмотрим. Мало раздобудьте лом, сложите небольшую лом, чтобы посмотреть сразу крепости. Сколько у нас? У нас 6. Ну ладно. Так. Куда бы нас с вами поехать? Мы все нашли ингредиенты, да? Требует улучшения мастера. С машиной пока что-то я не разобрался, вот с этой вот. С мастером. Тем более пока что у нас для него не хватает одной детали. Миссия классика пустоши. Ну не знаю, в общем. Давайте, может быть, что можно попробовать сделать? Но мы с вами нашли же, да, все эти? Тогда минуту. Мы с вами нашли все ингредиенты. Возможно, награды за проекты будут готовы через 29 минут. Так, с этим не побазаришь. Можно попробовать как-то улучшить наши... Один из трех. Три из четырех. Так, может этим поболтать, нет? Сведения о проекте. При посещении крепости пояс с боеприпасами будет автоматически зап... То есть он построился, да, по сути? Этот проект. Два из четырех. Нефтяной резервуар. Вот, смотрите, давайте попробуем сегодня нефтяным резервуаром, резервуаром заняться. Постройте большой резервуар для топлива, с помощью которого можно будет бесплатно заправлять. Но, в принципе, это не так важно. Запас здоровья восполнять. Что еще? Чистильщики. Лом со всех уничтоженных машин, на подконтрольную. Давайте вот это вот уже попробуем. Да, едем мы сегодня вот сюда вот, чтобы завершить еще один проект. Вот. Ну, по пути там посмотрим, как что будет. Просто лом, конечно, первоочередная нам задача. Как вы, конечно, уже знаете, он идет на прокачку всего совершенно. Поэтому он нам всегда нужен. Так, тихо. Что за фризы такие, блин? Попробуем, может, давать их потрепать. Look,
это все, да? Тихо. Пускай он чинится. Да блин, что ж такое-то? Кашель. Задрал. Бензин подберем. Где-то у нас там, да, валялся, да, он лежит. Так, а что тут еще есть? Тут только лом у нас. Угу. Окей. Ой, полный бак почти. Ну, сейчас уже полный, конечно. Так, все, едем туда. Если кого-нибудь по дороге встречаем, то пытаемся с ними разобраться. Так, ехать тут. А, мы почти уже приехали, да? Угу. Окей. Мы же тут устраняли босса-то, нет? Лагерь помойки броненосец. Устранить легионеров, правда, это надо будет тоже сделать. Давайте, наверное, вот сейчас соберем детальку и поедем туда. Так, ну чё, выходи по одному, петушня. Тут ещё определённо остался. Сверху. Так, тихо. Ой! А-а-а, нет! Блин. Так. Ах ты, падла. Гаси. Все.
Он был последним. Ну, как видите, тут лежат детальки, которые позволят нам снаряжать людей, которые будут уничтоженные машины рядом с крепостью доставлять на переработку металлолома. Еще один лом тут остался. Ну, а вот он. Отлично. Так, видимо, давайте в лагерь помойки второй. Я думаю, так как он подсвечен, вполне возможно, что его уничтожение сагрит на нас саму помойку. Как вы помните, это один из прихвостней члема, который, собственно, и занимался разрушением нашего жилища. Давайте посмотрим, может, тут есть потрошки. Да, отлично. Так, где же этот лагерь-то? А, ну, в принципе... Так, я хотел, на самом деле, нет, сказать, хотел узнать, сколько тут сложность. 2 из 5. Но это не очень сложно, значит. Новый враг-ударник. Так, ладно, давайте, что ли, я посмотрю, что это такое за враг у нас. Ударник, описание. Мы роняем спелые плоды смерти. Ударник живет ради разрушения. Он оставляет позади себя рассыпь мин. Ничего себе. Это мы потом как-нибудь почитаем с вами все. Так вот. Ну все, они забили. Недолго преследуют. Тут даже аж 2 конвоя, смотрите, офигеть. Так, тихо. Я уже вижу одного чувака. Готовчик. Цвета, да. Мы недавно босса убили с такими цветами. Что это такое? Прощаю, минус. Быстрее меняемся! Блин, это же опять эта бригада У, да? По одному всех расшвыряем. Че, все, очканул?
Готовы, товарищи. Прикольно, я не знал, кстати, что можно вышибить дверь, а потом просто застрелить водилу, если это не позволяет. Ну, в общем, если гарпун не позволяет его вытащить, будем знать. Не будем тратить время на их разбор. Поедем сразу к базе. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Тихо. Все. Да. Снайперскую вышку уничтожили. Не знаю, возьмем канистру, наверное, с собой. Мало ли там будет какой-нибудь опасное что-нибудь. Так, тут, наверное, взрыв нужен, да? Или нет? Нет. У нас тут в лагере бойцы 12, эмблема 4, лом 6, детали разведчики 1 деталька. О, это я понимаю. Блин, я же нажимал уклон. Так, устранили мы половину с вами, да? Угу. Туда нельзя. Нет, тихо-тихо, пить не будем. Лучше давайте тушню. Вон, ну, не тушню, блин, нажимаю, что-то я тушней. На самом деле, это консервы. Собачья еда. Горлана вижу. Это нехорошо. Так. Что это такое тут? Просто какая-то непонятная хрень, ну ладно. Я думал, что-то интерактивное, можно что-то взять, какие-то ништяк. Хотя у нас тут печать, да? Отлично.
О, господи, рука прям сломанная. Видно было. И это, походу, все. Лагерь помойки броненосец. Устранить легионеров помойки. Врагов нет. Сейчас мы с вами поищем еще детальки. Потом, возможно, сгоняем на базу, установим. Или не сгоняем, не знаю, посмотрим. Так, нас интересуют эмблемы. Три штуки. Вижу лом. Хорошо. Кстати, лучше, наверное, там как-то пройти. Чем тратить патрон, да? Не, да? Может, как-то сверху можно. Да, по-любому можно как-то пройти сверху. Потому что там у нас водичка находится. Как это сделать? Видимо, вот так. Одна эмблема, два лома и детали одни остались. Так, ладно, продолжаем поиски. Тогда как интересно пробраться на самый верх, где расположена, в общем, вода. Ну-ка. А, ну, видимо, здесь, да? Так, а что у нас теперь по карте? Мы устранили угрозу помойки. Ну, видимо, пока никакой миссии нету, основной какой-то. Только вот машину улучшать. Тогда мы будем с вами устранять, по-моему, там у нас были вот эти вот... стервятников логово. Две штуки еще, или даже больше. Вот еще одна, кстати, рядом. Может быть, даже туда успеем доехать, потому что еще минут 10 у нас от серии есть. Так, отлично. Что у нас еще осталось? Еще одна эмблема и один лом. Лом вижу, эмблемы пока нет. Ой, блин, что ж такое?
А, вот она последняя, отлично. Так, это у нас подводный... Нет, не, или даже вообще, кстати, смотрите, по-моему, подводная лодка, да, затонувшая. И у нас еще есть время, можно за это время... Что у нас вообще тут? Лагеря пугало, снайперы, конвой, минное поле. Ладно, поехали, наверное, к стервятникам побырым. Блин. Не хочет перепрыгивать. Get the wheels here. Тихо. Либо можно загонять Гриффини. Давайте лучше съедем к сервятникам. Сейчас сначала только мне вот интересно, что он туда вот такой. А, это уже вообще новая территория, понятно. Чё это? Чё там? А чё там красный, смотрите, странно. Чё это они красные? Так. Странно, что они были красными. Когда мы к ним подъезжали, то ли это баг, то ли что-то означает. Ну ладно, не будем. Собирать этот лом, поехали лучше. В лобово стервятников. Обнаружили еще один маршрут конвоя. Но сейчас, я думаю, если мы им займемся, у нас просто времени не хватит, чтобы его добить. Так, минуту, сколько у нас? 316, да? Что-то, а, новый это прием уже. Да, это приемы. Я бы на самом деле скопил бы и в крепость к Джиту поставил бы кучу лома. Наверняка это хоть плюху нам тоже дает, да? Так, нам нужно найти какой-то лаз под землю. Хм.
Ну, потому что стервятники у нас под землей обитают. Как вы уже могли заметить, собственно. Блин, фак. Вот, собственно, мы их и нашли, да? Тут даже ничего не нужно тащить. Просто залезай вниз и все. А, черт, подожди. Чуть не упали. Приветствую. Все, что ли? Всего двое. Похоже на то. Ну, давайте на этом закончим. Оставляйте комментарии, если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх. Не забывайте о том, что сейчас проходит конкурс в группе ВКонтакте. Ссылка на группу находится в описании. Не в описании, в общем, на лого есть ссылка. Вот. Также не забывайте подписываться на канал на Ютубе. Зовите своих друзей. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.